Все, я собрался. Владимир Петрович. Да, все, Лен, взял. Так, все взял. Да, вроде все взял. Сейчас за мной такси приедет. Поэтому я сейчас скоро поеду. Все зарядники для телефона стоят. Да, взял. Для камер, пакет, за который тебе. Ага, ну ладно, все. Давай, пока. Да, сейчас погода не очень. Я рано приехал, и автобус туда начался. Давай еще раз, я забыл запись даже. Да, на самом деле уже второй час едет, но прикольно, в принципе. Что это? Морс? Самогон какой-то? Морс. А, Эвервиз? Да. На самом деле туалета тут нету. Чего тут нету? Нет. Телевизор не включают, да? Автобус отстой. Да. Я вот ему говорю, может быть, тут как-то можно было на самолете перелететь, да, получается? Да дорого, мне кажется, надо смотреть. Смотреть, полазить. Надо как бы себе в голове отметить, что надо кнопочку запись нажимать. Походу, щечку приезжай. Погода тоже сегодня не очень, короче, снег какой-то, дождь. Завтракал? Я завтракал. Нет. А что? Боишься? Прям не могу завтракать. Да? А что, вообще? Вообще не завтракал. Утром только кофе. Слушай, ну ты такой же, как я, короче. Я утром кофе сначала пила и все. Лен, ну ты слушай, такой же, как я, короче. У меня Лена, да, завтраки такие нахерачит. Ну, я не могу завтракать, я пока не проснусь, я начинаю побед, ну, в 12 часов. Да. Ну, так. У меня такая же фигня, короче. Чего зависит, непонятно. У тебя все, больше ничего нет, да, вот это, да? Нет, рюкзачок, и то половина еды. Молодец, а у меня вот отдельный рюкзачок с едой, сумка туда. Ну, у меня там, я только взял из-за того, что у меня этот приборчик, короче. 64 декабря. 94 декабря. Ну да, вообще ужас. Прошли таможенный контроль, разменяли немного денег. Кафе заказали там. Большой заказик. 250 рублей, в общем, поесть. Ну, сейчас должен как обычно пивко купить, нет. Что, можно за рулем здесь, на автобусе. Ну, денег нет, нет, смотрите, как было. Я просто миллионер. Ну, ждем свой заказик небольшой. Ну что, как будто из Бурятии не уезжал, собственно говоря. Так, говорят на другом языке маленько. Меню маленькое другое. Давайте я вам покажу меню какое. Знаешь, как мы забыли, честно, вам могу сказать, что примерно заказали на 10 тысяч. Примерно 250 рублей. Также примерно цены такие же, как в Бурятии. Короче, вот. Что ты меня фотошь? Ладно, тебя не буду фотать, я просто... Смотрите, какое блюдо. Ну, я не знаю, что это такое. Как это называется? Цуйван? Цуйван, да. Цуйван, нет. Водочка монгольская, кстати. И кока-кола тоже монгольская. Все, приятного аппетита. Все монгольское, но... Мы в Монголии. Мы в Монголии, все монгольское. Ну, вот сидим, говорим, отдыхаем, едем. Кстати, что погода? Погода разъяснена, кстати, здесь. Букет. Букет. Ну, у нас тут свои прикольчики. Короче, кстати, водка монгольская, за что, да?
Все, серьезно, спать собрался? Нет, все, вырубаюсь. Давай, спокойной ночи. Я буду смотреть в окно. Давай. В общем, наменяли денег. Я даже боюсь показывать, когда кипа денег. Ну, да, на самом деле, получается, курс 1 к 43. То есть 5 тысяч рублей, это что, 5 к 43? 20 тысяч тугриков получается. Ну, где-то так примерно. 225 тысяч. А, да. Да, вот 225 тысяч тугриков. Ну, такая нехилая пачечка получается. Поезд это примерно стоит сколько? Сколько поезд стоит? 250 рублей. Поезд 250 рублей. Ну, мы поесть и попить. Чуть побольше, да? Два раза. Ну да, здесь водка дороговато. А кроме водки здесь есть пиво российское, да, получается? Я в холодильнике видел, да? А, такой, говорю, а что-нибудь еще есть, помимо? Не, я говорю, виски есть? Не, коньяк. Не верю, что это такое? Типа коньяк, блин. Конь, тебе нужен конь, сейчас мы коня тебе прибыли. Ну ладно. Короче, погодка у нас зачет. Уже что-то радостно. Все, блин, батон. Доктора Хауса будешь смотреть? Не, а ты что, посмотрел бы? Я спать буду, ты можешь смотреть. Не, нафиг, я не хочу один смотреть. Я вот в окно посмотрю. А в чем прикол спать, а? Ну, вот тут такой вот лесочек небольшой, где-то были степи, да, ну, вот лесопосадки, так сказать. Прям такого суперлеса я не видел, да, ты видел суперлес? Обычный лес, ну, прямо такой, да, лесопосадки, я бы тогда сказал, потому что он такой реденький, дальше там раз, и поле какое-то виднеется. Стрелки-то низкие, смотрите. Ну, да. Так всю дорогу, барханы, барханы, песок, барханы, степь, барханы, ну красиво так-то, но потом пейзаж он надоедает. Вот наш так оно вариант. Да, Петя, ты же так сказал. Ну, в общем, так вот заходишь, вот так вот кровати стоят. Вот такая ванна. Ничего такого особенного. Кстати говоря, почему такой потолок низкий, а здесь высокий? Ну вот ничего такого здесь нету. Вот. Вот хочу снять такой лайфхак для всех гастельеров. Ну, если у вас такая проблема есть, то, в принципе, можете решить. Ну, тут вот дырочка. И ее вот так вот аккуратненько заделаем. Очень прикольное решение, на самом деле. А, вот он. Что, Wi-Fi нашел? Очень удобно. Рекомендую, ребят. Мини-бар. Что у нас в мини-баре? В мини-баре у нас холодильник. А в холодильнике у нас... Вода какая-то. Петька, тут есть, слушай, драйв. Не, не трогай. Вообще не трогай? Да. И пиво какое-то. Что за пиво? Потом посчитаю тебе. Ой. Понравился такой вот напиток. Я не знаю, как это называется. 13,5 градусов, да? Соджик. Соджик называется. А, смесь. Чем она получается? А, блубери. Блюберри это голубика. Да, получается голубика с водкой. Вот такое, оно приятно пьется. Мне понравилось прямо. Ну вот здесь у нас, мы уже все съели, конечно. Мясо взяли немножечко, пивасика. В общем, что рассказать-то. Вчера обнаружили, что здесь не было подушек.
не выбили. Пришлось мне идти на этот на ресепшн просить подушки. А вид тут такой вот, получается, 15 этаж. А, вот, открыл. Вот вид. Конечно, тут ездить вообще капец. Проблематично. Потому что город, мне так кажется, рассчитан на 400 человек, а живет тут 1,5 миллиона, мне так кажется, или миллиона. Соответственно, дороги забиты еще. В семьях по две машины, какие-то проблемы с общественным транспортом, мне кажется. Вот эти проблемы, мне кажется, надо решать. Троллейбусов, трамваев нету. Ну, сегодня, я так сказал, не сильно много машин, по крайней мере, так же, как у нас, наверное, в городах. Не сильно много? Да, вот вчера было побольше, вот вечером. Да-да-да. Это просто... Это как раз вот, когда да. Рабочий день заканчивался, все домой приехали. Ну, а из-за этого всегда пробки. Утром всегда тоже вот собираются на работу. У нас как, когда вот каникулы начинаются, да? Каникулы начинаются в средних школах, у нас пробок... Там снимается, пробки так мало. Ну, пробка бывает, но они так долго они приходят, да? Ну, минут там 3 от 30 до часа пробка бывает и все, снимается. Понятно. А когда вот начинает вот учеба, начинается, и вот эти пробки вообще на 2-3 часа. А что такое вот мегамол, типа центр, это, да? Да, BSB, это... Один из этих тоже электронных вот этих, то есть телевизор, холодильник, электронную продукцию. Понятно. То есть в точь-точь. А вот девятиэтажные дома, там, дома, они другого немножко там качество было. Ну, я думаю, вот когда вот строили, да, а здесь уже русские же там. Специалисты строили. Ну, конечно, у них подрядчик это. Хочу отметить, да, на самом деле очень много в Монголии корейской кухни. Это различные там рамены. Да-да-да, я вот смотрю, это главное. Кафе нету, везде рестораны. Тут ресторан, вот на этой стороне ресторан рамен. Довольно-таки много ресторанов. Что ли написано? Да, нет, тут сервис написан. Сервис мистер рамен. И вот на самом деле корейской кухни очень много. А вот бурятской нету. Ну, в смысле, вот позы, например, есть же где-то место поесть? Позы есть. Музы, да? Да, есть. Но... Это, так сказать, на перевод столовую, да? Ну да, манты. Это у нас манты. Да. И еще хочу отметить, тут такую фишку мне понравилась, да? Называется школьные полицейские, да? Я так сперва не понял, что такое школьные полицейские, но на самом деле... Это назначается от родителей, ну, тех, кто учится в школе, они дежурят в определенный день. Ну, там, кто-то один раз в год дежурит, кто-то два раза в год. Их задача заключается в следующем. Переводить детей через дорогу. То есть они останавливают транспортный поток, дети все толпой, гурьбой перебегают улицу. Ну, еще добавка, еще их... Вот обязанности будет вот общий порядок. Общий порядок, да, смотрим, да. Чтобы в нашей классике, да, те, кто учится с 1 по 4 класс, без присмотра не могли уйти из школы. У нас, в принципе, да, с 11-летия, да, могут ученики сами ходить в школу или домой уйти. Да, да, да. До 11 просто... Препровождение вот, родителей нужно. В общем, внимание детям такое. Ну, привыкли, конечно, уделили, потому что без внимания родителей они попадают в разные ситуации, например, в аварии попадают. Да. И что самое мне понравилось, да, то, что родители, да, вот как он с работы выбирает некий день, да, это получается как отгул, типа, да? Отгул, да. И причем, если компания, работодатель не отпускает родителя, то компания штраф.
Ну, штраф или да. Что-нибудь, какое-нибудь взыскание будут? Или какое-нибудь взыскание, представляете, да? какая фишка прикольная. Еще хочу заметить, что вот в Улан-Баторе очень много таких высотных зданий, там 25-30 этажей. Ну и есть еще здание такое, знаете, советской постройки. Вот я обратил внимание на некоторые дома, такие панельные дома. Ну вот сейчас как-то не буду проезжать, может покажу. Ну, конечно, машин слишком много. Мне вот тяжело ориентироваться. Да, очень тяжело поприпарковаться, ну как бы проблематично, например. Вот. Если у нас по городу едешь, там где угодно встало, все. Здесь надо повыбирать еще место. Все заставлено машинами, очень много, потому что в семьях по 2-3 машины бывают. Ну и, конечно же, очень много приусов. Они буквально через каждую машину приус. Вот приус, вот приус, вот приус, два приуса, вот приус. Еще хочу заметить, тут как бы в Улан-Баторе, да, вот люди ездят, да, и вот двойная сплошная есть, и как бы это иногда бывает нормально ее пересечь. Я вот пару раз уже видел, как люди пересекают. Ну, это когда пробки были. Да, когда пробки, и надо развернуться. Нам тоже сегодня так сделать удалось, да. Потому что иначе не получится никак. Я заметил, как бы, ну, я так понял, то, что это тоже наказуемо сильно. Вот если камеры нету, да, то это можно сделать. А, сейчас это в законе там прорабатывают вариант, что если пересек, то что штрафовать, то что это водительских прав могут лишить. Так, да, вот видите, прямо обсуждается. Вот, видите, человек прямо да. Сразу. Вот, пересек, прямо при мне вот. И как бы поехал дальше. Вот у нас сразу херак и 5000 рублей. Сколько да. Туриков? Здесь? Да хрена. Ну, вот сигналит. У нас как бы в России, ну, очень крайне редко, это когда слишком помеху создает кто-нибудь, тогда только сигналит. А здесь сигналит просто так иногда, там, типа автобус подвинься там. Или еще что-нибудь такое. А у нас как это? Хватит переговоров на сегодня. Ну я бы мог до утра, наверное, говорить. Наверное. Или с помощью меня. Ну, на сегодня уже. Тут уже такого, что я уже половину чуть-чуть сказал, и за меня уже все сказали. На монгольском сразу, с переводом причем. Вот сегодня у нас на обед получается, время 2 часа. И вот такой вот супчик. Это рамен получается, да? И вот салатик, который мы уже съели. И чай я заказал. Ну вот я не знаю, как это съесть, понимаешь? Как это съесть? Одно... Ложкой и... Этими палочками. Да. Ну ладно. Вот такое. Ну вот смотрите, людей здесь достаточно много в этом заведении. Стоим около гостиницы сейчас, и вот, ну как за бы тот год, такая пробочка здесь собралась. Два коллапса случалось, что вообще все движение вставало. Все сигнали друг другу. Встало. Все друг другу впервые. Скорая не может проехать. Затор, короче, на главной улице. Общественный транспорт. Полиция там тоже стоит. А они пытаются по это вот, видите. Выделенную полосу для.